Я не люблю слово эмоции, да? Потому что, во-первых, это значит, мозг не работает отдельными функциями, это всегда результирующий, все, что мы чувствуем, переживаем, это всегда результирующая вещь, которая как бы финализирует всю работу нашего, как бы, вот эту трубу, в которую выливается весь, все, что в мозге ворочается, и не обязательно так. И второе, это потому что мы противопоставляем эмоции мышлению, а этого делать не нужно, да, потому что, во-первых, это вещи глубоко связанные, вот, а во-вторых, когда вы начинаете думать, что вот у вас, говорите, на меня напала тревога, да, я не могу ни о чем думать. Ну, звучит очень правдоподобно. Если на вас наконец-то нападала тревога, действительно возникает ощущение, что ты не можешь ни о чем думать. Но правда состоит в том, что именно в этот момент ты думаешь: «Боже, боже, все пропало, конец света, умираю».